Что мы знаем? Была яркая вспышка. Парни, все вещи пропали. Это аномалия какая-то. Так, нормально? Ничего не слышно. Это Ида, продюсер и наша звезда. А это съемочная группа, с которой я начну карьеру в шоу-бизнесе. Это здесь? Эй, есть здесь кто? Их вещи здесь, а где они сами? Здесь какая-то запись. Нет, это не запись. Невозможно, перед камерой ничего нет. Все современное исчезло. Слушайте, нужно решить, что делать. Мы должны вернуться, потому что это не наше время. Все, что мы знаем, еще не появилось. Если я ошиблась, мы с тобой попадем в кротовую нору, и наш привычный мир исчезнет.